И снова субботнее утро собрало в спортивном комплексе АГМК любителей занятий физической культурой и спортом. К сожалению, погодные условия не позволили провести марафон «5000 шагов к здоровью». На улице было довольно прохладно, зато в зале атмосфера постепенно накалялась. Дело в том, что по инициативе Союза молодежи АО «Алмалыкский ГМК» был организован турнир по мини-футболу среди молодежных команд вспомогательных подразделений комбината. Согласно регламенту соревнований, в футбольных баталиях приняли участие 20 команд, которые при помощи жеребьевки были поделены в 4 группы. Поэтому групповые этапы состязаний проходили на нескольких площадках – в спорткомплексе АГМК, на стадионе «Металлург», а также в алмалыкском филиале Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова и алмалыкской городской детско-юношеской школе. В групповом этапе учитывалась сумма баллов за матчи, сыгранные по кругу. Две сильнейшие команды из каждой группы становились участниками четвертьфиналов. А потому борьба за победу в каждом матче была нешуточной. Два тайма по 10 минут пролетали мгновенно. Непрофессиональные футболисты порой демонстрировали интересные тактические схемы, красивые передачи и точные удары. Было заметно, что любовь к футболу живет в сердцах работников комбината. А в судейских бригадах на площадке выходили тренеры-преподаватели физкультурно-спортивного отдела Совета профсоюза работников АГМК и спортинструкторы подразделений комбината. Финальные игры состоялись в воскресенье. В упорной борьбе победу завоевала команда Ангренского трубного завода. На втором месте – представители службы технических систем безопасности. Замыкает тройку призеров команда управления автоматизацией производства. Кроме того, были отмечены и лучшие игроки турнира по номинациям. Лучшим голкипером признан Уктам Каршибоев, лучшим нападающим – Достон Касымов. И лучшим игроком турнира по мини-футболу среди молодежных команд вспомогательных цехов АГМК назван Алишер Арсланов.